Начинаем нашу разминочку, переходящую в смехотанцы. Ну и как всегда мы потянулись и набрали низ животика воздух. Выдох. Еще раз вдох животик. Хорошо, хорошо, набираем вдох. Задержали, задержали, задержали. И выдох. И утро набираем радости, счастья. Все волнения, все избавляемся, выдыхаем. Друзья, и что бы мы с вами ни делали, мы обязательно будем улыбаться. Да? Итак, одели улыбки. И также мы в каждое движение наше будем включать смех. Хорошо? Почему смех? Потому что вот наш организм, наш мозг, он не различает искусственный смех или настоящий. И в любом случае мы получаем гормоны радости. Да? А когда мы еще это разбавляем танцами, то получается вообще классно и круто. Вообще, знаете, гормоны радости, они приходят ведь не только от смеха. Они приходят от того, когда мы занимаемся чем-то любимым, чем-то веселым и классным. Да? Я, например, получаю гормоны радости, когда созерцаю природу, когда я любуюсь морем, закатами, дельфинами, чайками. Красиво, красиво. Я получаю гормоны радости, когда я слышу классную музыку. Когда я танцую, это еще те гормоны радости. Правда? И сегодня мы с вами, давайте, начнем с разминочки. С разминочки. И встаем на... Вот поднимаем плечи и становимся на носочки, когда поднимаем плечи. И раз, и два, и три, и четыре, и вперед, и раз, и два, и три, и четыре, и рука, раз, рука, два, вниз, вниз, в сторону голову поворачиваем, вниз, вниз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, и бедра добавляем, раз, два, приседаем на одну ножку, четыре, раз, два, три, 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 раз, два, три. И смотрите, мы ножку тоже включаем. И плечо и ножку. Раз, плечо поднимаем, какое, смотрите, можем поднимать и так, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Готовились. И раз, два. И включаем смех теперь. Раз, два, раз, два, три. И добавляем руку. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Хорошо. И наша верхняя часть нашего туловища, верхняя часть. Начинаем по точкам. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Таз зафиксирован. Мы им не вертим. Два, три, четыре. Только верхняя часть. Раз, два, три, четыре. Ноги немножко на ширине плеч. Три, четыре. И круг делаем. Соединяем эти точечки. Да. Соединяем. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И соединяем. Видите, таз на месте. У нас только верхняя часть корпуса работает. Да, прорабатываются все наши позвонки, что очень классно. А теперь у нас таз. Только таз. Да, только таз. Здесь вы можете коленками помогать. Они у вас поочередно могут сгинаться. И в другую сторону. Видите, а плечи зафиксированы. То есть вот в данной ситуации у нас работает только таз. А теперь мы соединяем. И верхнюю часть. Раз, два, три, приседаем, четыре. Еще в другую сторону. Раз, два.
И приседаем. Три, четыре. Раз. Верхняя часть. Два. Низ. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. И сегодня мы с вами поучим танец Макарена. И для этого первое. Мы начинаем с ножек. Приседаем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Через носочки можно еще подниматься. Четыре. Лариса, Лариса, можно попросить, чтобы... Можно попросить выключить микрофоны у всех, потому что, когда кто-то шуршит, ты уходишь с экрана, и тебя не видно, что ты показываешь. А, друзья, если... давайте, правда, выключим. Хорошо? Выключите, пожалуйста, все микрофоны и поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, улыбочки, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь смотрите, рука. Раз, два. Ладонь. Три, четыре. Еще раз. Прямо рука. Два. Переворачиваем ладонь. Ладонь. Соединяем с ножками. Раз, два. Ладонь, ладонь. Получается? Еще раз. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Теперь следующее. И делаем раз, два, три, четыре. Теперь, так, сейчас. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ага. Раз, два, три, четыре. Поехали еще раз. Раз, два, три, четыре. Теперь ручку на плечо. Раз, два. Ладонь на затылок, ладонь на затылок. Давайте отдельно. Раз, два, три, четыре. Угу. Соединяемся вместе с ножками. И раз, два, три, четыре. Скрестно, скрестно. Три, четыре. Получается? Поехали сначала. Там-та-та-там-та-та-та-та-та-дам, там-та-та-там-та-да-там-та-да-та-дам. Как? И обязательно улыбочки, обязательно. Теперь дальше. Следующее. Мы делаем скрестно. Та-дам, та-дам. Сюда, попа, сюда. Еще. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Соединяем все. И раз, два, ладошка, три, четыре, плечо. Раз, два, затылок, четыре. Раз, два, три, четыре. Получается? Да. И теперь все сначала соединяем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И здесь мы делаем круг. Вот здесь по-разному делают. Некоторые просто круг тазом делают, вот как мы сейчас с вами делали, да? Та-та-ра-та, и мы поворачиваемся боком. Кто-то, кому-то нравится делать восьмерки. Что такое восьмерка? Это когда мы заводим бедро и рисуем круг этим бедром, и потом круг этим бедром, да. И здесь ножки у нас также сгибаются. Можно немножечко делать это в приседе. Можно вот так руки делать. Или просто делайте круг. Как вам больше хочется. Хорошо? Приготовились? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Сейчас без ножек. Раз, два, три, четыре. Круг. И прыгаем. И опять повторяем то же самое. Давайте ножки включаем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Круг. Тарарам-пам-пам. Можете во время прыжка руки вверх поднимать. Тоже, как вам нравится, можете импровизировать.
Ну что, попробуем с музыкой? Так, приготовились. Вы пока закрепляйте. Сейчас я включу. Угу. Так, так, надо сначала, чтобы она у нас звучала. И вначале есть такое вступление. Мы это вступление можем просто импровизировать, просто разминаться, как хотим. Так, ну не знаю, насколько будет музыка слышно. И приготовились. Это... Пока просто разминаемся, танцуем, как хотим. И... А, нет, еще музыка. Лариса, вообще не слышно. Я не слышу вообще музыку. Нет, если это уже музыка. Нет, нет, не слышно музыку. Не слышно, Лариса, Лариса, не слышно. Круг. Она нас тоже не слышит. Да, она танцует. Лариса, музыку так, вот вообще она, не слышно. Вот вообще. Она началась у нас, только Макарена, да. Мы ничего не слышим, так, так, музыку так. Вообще не слышим, Ларис. Не слышно было музыку? Вообще, вообще. Ёлки-палки. Лариса, а ты не можешь включить, вот ты на чем у тебя идет зарядка сейчас? На ноутбуке, на компьютере? Я показываю на ноутбуке, а музыку включаю на телефоне. А не можешь просто YouTube любую Макарену сейчас вот на экран вывести? А если с YouTube вообще не будет слышно? Я вот уже пробовала, когда включать тут же на ноутбуке, вообще не слышно. Ты там просто галочку не ставишь, там надо галочку поставить, чтобы звук все слышали. Поем сами. Да, поем сами. Да. Ну ладно, давайте, давайте будем сами. Неужели? Подождите, ну как же. А вчера же слышно было, когда включала музыку? Нет. Нет. И вчера не было слышно? Нет. Ёлки-палки, как обидно. Вот вообще не слышно? Нет. А давайте я попробую на просто тоже на телефоне рядом включу, вдруг будет слышно. Давайте. Если кто-то знает, как делать, чтобы было слышно в зуме, Танька, давай тогда с тобой после этого. У меня 9:30 будет. Там в другом месте провожу сегодня йогу смеха. Uh-huh. Давай, давай тогда, может, там 11:00 созвонимся, ты объяснишь. Ну, не ровно 11:00, давай чуть попозже тогда. Хорошо. Ровно не могу. Ну, без разницы вообще, можем в час, в два. Хорошо, Дарис, давай, давай. Я небольшой специалист, но этот момент я просто просекла, да, в свое время. Итак, ребята, тогда сами поем. И там-та-да-там, ладошки та-да-та-дам. Там та да там та да там та да та там скресно тарам попа тарам и кружок там тарарам пам пам получается и там да да там да да там да да та да там та да там да да там да да та там скресно попа круг тарарам пам 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 круг, парарам, парам, там та да там да да там та да 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 там та да там да да там да 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 скресно и попа круг, тарарам, пам пам, там та да там да да там тарарам, трам та да там да да там та да 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 трарам, тарарам, там тарарам, пам пам. Как у вас получается? Получается. Хорошо, сейчас делаем то же самое и немножко поэнергичнее, и когда прыгаем, поднимаем руки вверх, и приготовились, и добавляем улыбки, смех, хорошо, и
Тарам-та-да-там-та-да-там-та-да-там-та-да-там-та-рам-та-да-там-та-ра-рам-та-ра-рам-та-ра-рам-та-рам-там. Эй, Макарена! Там-та-ра-рам-па-ра-рам-па-ра-рам. Трам-та-ра-рам-па-ра-рам-па-ра-рам. Трам-там. Та-рам-там. Эй, Макарена! Там-та-ра-рам-па-ра-рам-па-ра-рам. По-моему, я сбилась. И еще раз. А еще можно в это время добавлять и тряску, кто может. Да, и тарам тарарам тарарам парарам тарам парарам 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 тарарам тарарам та тарарам пам пам тарам тарарам 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 тарам тарарам парарам парарам тарарам тарарам эй Макарена тарам тарарам 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 тарам парарам 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 тарарам тарарам та-та-ра-рам, эй, там-та-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-ра-рам, там-та-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-рам, там-та-ра-рам, эй. Давайте посмеемся. И давайте, конечно, давайте сейчас с вами посмеемся. И еще хотела танец маленьких утят, чтобы вы вместе с детками правильно танцевали. Хорошо. Сейчас давайте мы с вами возьмем наши смехомешочки, открываем широко рот, и всех-всех должны разбудить, уже пора всем проснуться. И на букву А вдох, и... И можем упражнение в это время какое-то делать, да, движение добавлять. Водоросли, растения, включаем и смеемся. Да, разные движения, какие наше тело просит. И вы вот извиваетесь по-разному, слушайте свое тело и прорабатывайте все суставы. Меняете.
Хорошо. Ну, давайте, ребята, чтобы вы сегодня с вашими детками их разучили. Хорошо, этот танец? И приготовились. Вот это у нас крылышки. На... Ой, ой. На... Вначале клювики. На веселых, на утят. Это клювики. Теперь крылышки. Быть похожими хотят. Теперь быть похожими хотят. И в ладоши слопаем. Понятно? Первые клювики, потом крылышки и потом хвостики. Хвостики тоже. Можете круг делать, а можете делать восьмерочку. И приготовились. На веселых, на утят крылышки, та-та-та, хвостики, та-ра-та-та, там-пам-пам-пам, клювики, та-ра-та-та, крылышки, та-ра-та-та, хвостики, та-ра-та-та, раз, два, три, четыре, та-ра-та-ра, клювики, крылышки, та-ра-та-та, а хвостики можно и вот та-та-та-та-та-та-та-та, раз, два, три, четыре, та-ра-та-ра-та-та-та. Та-ра-та-ра-та-та-та, хвостики, та-ра-та-та-та. Такой легкий танец, да. Но я вижу, когда его танцуют, кто-то вместо клювиков крылышки делает, кто-то не там поворачивается. Вот тут самое главное чувство ритма и ваше внимание, да? И сейчас то же самое сделаем с поворотом. И приготовились. И на веселых, на утят, быть похожими хотят, быть похожими хотят. Раз, два, три, четыре. На веселых, на утят, быть похожими хотят. Хвостики, та-ра-та-та, пам-пам-пам-пам. Ра-та-та-ра-та-та-та, та-та-та-ра-та-та-та, та-та-та-ра-та-та-та. Раз, два, три, четыре. Та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та-та. Хвостики, та-ра-та-та. Пам-пам-пам-пам. Получилось? Разбедайтесь, обязательно танцуйте. И танцуйте произвольно. И сейчас мы с вами просто произвольно потанцуем, будем танцевать и будем смеяться, хорошо? Вы можете, если мою музыку не слышно, вы можете вообще включить любую свою музыку, либо включить воображение. Вот, Акуна Матата. А кто такой веселый, не плачет и не ревет? Да это ж наша лялечка танцует и поет. Меня Галина. Ну, я что не забыл, кто такой хороший, розовый щечки, кудряшки, с радостной улыбкой, машет всем рукой. Раз, два, три, четыре.
Смех, а танцы, да, это одновременная физкультура, это одновременная ритмика, это одновременно пластика. Ой, друзья, я с вами прощаюсь, у меня в 9:30. О, в другом месте провожу. Все, мои хорошие, давайте спрошу. Благодарим, Лариса, благодарим, величайшая, лучезарная. Спасибо, до завтра, мои хорошие. Супер.